Всем друзья, блять, друзья, всем привет, всем друзья, как у вас дела? Блять, перезаписать что ли приветствие? Короче, это уже, кстати, не первый дубль, я поздороваться никак не могу, пускай будет так. Всем привет, дорогие друзья, как у вас дела? Не всегда же идеальное начало. Короче, привет еще раз, 20 секунд, блин, здороваемся. Ребята, нахожусь сейчас на очень супер крутом аккаунте, одним из первых в СНГ, у кого внимание... 50 тысяч звездных очков, фух, овации сейчас, конфетти, пух, там, я не знаю, шампанское, салюты, реально круто, 50 косарей. Конечно, это уже попроще стало фармить, когда разработчики добавили ранги, все дела, вот, но тем не менее, вспомните, когда добавили золотого боя, золотого меху, ворона, ну, я имею в виду и ворона, и бо, все в недоумении, какого хрена, как нафармить, это, блин, на это уйдет очень много времени, это невозможно, 50к, все сразу начали тратить свои старки, и вот сейчас уже первые комьюнити СНГ начало фармить 50, точнее, первые игроки в СНГ начали набирать по 50к, я видел, что на Западе уже покупали бо, но в СНГ, по-моему, вот это одни из первых, я знаю, что там ММА уже тоже нафармил, Крайсоул, по-моему, еще кто-то, я не знаю, я не слежу сильно за другими игроками, но, блин, один из первых, 50 тысяч, друзья, и смотрите, сейчас он может получить этого... Золотого ворона, хоть бы случайно не нажать, а то он меня кастрирует, блин, после этого, ну реально, чел копил, я представляю, как сейчас, вот, ответственный момент, вот это сейчас случайно не нажать, и даже, может, с ума будет сойти, если я потрачу их. Мы ждем золотого бо, не знаю почему, а не, знаю почему, потому что у него есть феникс, и на бо, ой, на ворона очень много крутых скинов, поэтому нам нужен бо. Короче, сейчас я с этим аккаунтом чуть-чуть познакомлюсь. Давайте, рекламная пауза. А вы влупите лайкос, ребята, чтобы я как можно скорее купил золотого бо на видос. Как только он появится. Кстати, 24 минуты осталось до смены магазина. И, возможно, как раз-таки там будет бо, я его куплю. Короче, рекламная пауза. Кстати, пока не забыл, друзья. В описании будет ссылочка на владельца этого аккаунта. На YouTube-канал его. У него есть канал. Ребята... Зацените, пожалуйста, подпишитесь. У чела всего лишь 20 подписчиков. Но, блин, охренеть. Я думаю, будет интересно наблюдать за челом, который так круто играет. Нафармил много старок. У него сейчас 17 тысяч кубков. В любом случае, он играет лучше меня. А раз вы смотрите меня, значит, вам будет интересно смотреть и его. Ссылка в описании. Блин, поддержите, пожалуйста, ребят. Но я ему обещал, что вы реально, вы отблагодарите за то, что он дал мне... 50 тысяч потратить, класс. Правда, я сейчас потратить пока не могу. Короче, что я сейчас хочу? Я сейчас хочу взять самого максимального, кто у него? Ой, не-не-не-не, 35-й ранг, охренеть. Максимального брать не буду, страшно, вырубай. Хорошо, возьму тогда, кем я люблю и умею играть. Ну так, плюс-минус. Давайте, блин, 600 кубков, фак. Давайте тогда Шелли. Только вот эту выберем пассивку. Так как я ШД дрочер, мне нужна пассивка с отхилом. Поехали в бой. Надеюсь, я ему кубки не солью, друзья. Накидайте как можно больше лайков. 50к старок. Охренеть. Я, кстати, не знаю, когда выйдет этот ролик, но, скорее всего, до того, когда я об этом сообщу. Возвращаюсь на основу, ребят, короче. Да не-не-не-не-не-не, давай, давай. Не-не, чувак, чувак. Куда, 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 куда? Ну вот это тебе только ботинки спасут. Чтоб, как говорится, быстрые ноги пизды не боятся. Но не в моем случае. Надо бояться. Не, за Шелли и Спайка, блин, я вообще чувствую себя уверенно. Это мои, меня вот часто спрашивают: Холди, какой твой любимый персонаж? Так вот, я с уверенностью могу сказать, Шелли и Спайк — это два моих самых любимых перса в этой игре. Но я еще на самом деле Сэнди не апал. Может быть, я влюблюсь в этого персонажа, и он меня, для меня станет лучшим. Я просто еще реально его не апал. Представляете, он вышел хер знает когда. Ну, относительно. То есть уже время прошло. А я еще его даже на нем не играл толком. Потому что на проекте без доната у меня его нет. Я его еще не получил. Так, кстати, я думаю, что многие из вас еще его не получили. Кстати, если хотите Сэнди или любую легу на себе на аккаунт, рекомендую вам подписаться на мой инстаграм. Потому что любая акция, которая появится в магазине, можете быть уверенным, что у меня в инстаграме сразу выйдет розыгрыш. И те, кто подписаны на инстаграм, смогут поучаствовать и получить от меня бесплатно легу, бля! Мне тупо, блин, не хватило!
Ну это, конечно, да, не проект без доната, тут не получится посидеть поболтать, хотя я, сука, мог вынести эту Шелли. Я возьму сейчас топ-1, черт. Да, тут уже зевать нельзя, это не те кубки, где играют нубы. Все, окей. Можно я эту каточку буду меньше разговаривать, больше делать? То есть реально прям вот чуть ли не молчать буду, но я хочу реально затащить. Так, две банки есть. Ульта заряжена. Так. Так. Динамайк. Нет. Динамайка обходим стороной. Мне надо ульта. Все, у меня есть ульта. Здрасте. Пошел нах. Ого, урон. Так, копим, короче, пассивку. Копим пассивку. Да и погнали копить ульту, чё? Можно, конечно, затимиться, дабы проще было взять топ-1. Но я не буду искать легких путей. Хочу затащить так. Возвращаюсь скоро на основу. Я не помню, сказала это или нет. Буду апать, короче, тоже кубки. Скоро дождетесь. Кому интересно, если чё. Оу, а чё именно я? Да ты сдохнешь, а? Ля. Неугомонный какой. Не, ну эту катку я затащу. Да я предыдущую затащил, блин. Тупо секунда решила. Тут такие автоатакеры, что трэш. Так, ой, динамайк это плохо. Я не хочу быть возле динамайка. Так, он там заминировал, да? Здесь мины. Я видел, здесь мины. Нету? Ну, были же мины. Да, вот. Мне не показалось. Динамайк, блин. 6 бойцов еще. Хм. Блин, я не знаю, что делать. 5 бойцов. Как быть? Ладно, пойдем на примата. Будем его отгонять. Ну и заодно прочищать путь. Так, хорошо. Ну, забрасывай, давай, добей. Да добейте ж примата, лол. Так, хорошо. Ну, топ-2 меня устроит. Топ-2 меня устроит. Не на своем-то аккаунте. Так, плюс 8 кубков. Еее. Так, едем дальше. Хочу... Блин, я боюсь, конечно, играть на 700 кубков. Да и он мне не разрешал. Но так хочется, серьезно, так хочется. Хотя я играл на 1000 кубков, поэтому 700 не новость будет. Так, давайте возьмем кого-нибудь другого. Блин, какого хрена первая пассивка? Вторая же имба. Погнали, вот это спайк, это вообще, это прям... Да. Ну, скоро я запишу ролик на основе и об этом всем расскажу, покажу. Потому что у меня там тоже аккаунт заряженный. Буду апать кубки. Блин, я уже так хочу, но это чуть попозже. Через 20 минут у нас меняется магазин. И мы узнаем, появился золотой бой или же нет. Кстати, я уточню, сколько он фармил этих старок. Это с самого начала, я не знаю, тратил он или не тратил первую порцию старпоинтов, которые выдавались. Так, ну за спайка надо брать топ-1, потому что, ну, это спайк. Это лего. Так, угу, там тоже спайк. Так, хорошо, давай затимимся, будем с тобой как инь-янь. Эй, тут тимятся, везде тимятся, ух и тимеры. Пам. Вот это по башке, да? О, бог, который с ней затимился споку, короче, предал его. Пум, блядь, сдохни. Сдохни. Хорошо, Пока, я с тобой затимился, хорошо. Вот, сука, при любой возможности вставит нож в спину. Ладно, я не буду тут особо играть, сливать кубки. Уже на своем аккаунте буду заряжать. Ребятки, поддержите ролик лайкосом. 50 тысяч старпоинтов, твою ж мать. Это охренеть. Это охренеть. Ну реально, смотрите, вот можно за 300 гемов купить вот этого воробушка. Но он гораздо красивее, чем золотой.
опять же, на вкус и цвет, ну, ну, может, не красивей. Блин, они одинаковые, просто цвет разный, да? Кому нравится синий, кому желтый, типа, тут, опять же, вкус цвета. Но, блин, Бо хотят что-то все. Хотя, опять же, Бо тоже, вот, смотрите, ну, они одинаковые абсолютно, только тот будет золотой. Ля, Робо Спайк, охренеть у него. Охренеть его, может, ему все скины купить? 15 минут осталось. Думай, холдик, думай. Это сколько? 700, 750 гемов. Я задумался, просто может ему купить все скины? Не знаю, блин, тяжело, я вот думаю, либо сейчас ему купить, либо потом. 14 минут осталось. Дорогие скины. Тяжело. А давайте. Не буду жлобом. Знаете, все равно тут у меня было две стороны, типа, не надо, не донать, давай, купи, он заслужил. А вторая сторона, та, которая жлобяцкая, не надо, не трать деньги, запиши это отдельным роликом. Да где, блин, этот захват окна? Вот он. Я много кому доначу, просто так, а тут чел заслужил. Тут чел тупо заслужил. Тупо бана. Ребятки, на ваших экранах покупаю все скины. Тупо все. Надеюсь. Ну, первого ворона. Ха! 300 гемов. Йоп! Yes! I am target. Yes! Так, дальше. Робо Спайк. Фух! Пам! И 150 гемов. Пух, рикошет! Все, через 13 минут сменится магазин. И если появится золотой Бо, я сразу пилю ролик. Друзья, подписочка, лайкосик и ждите видосик. Спасибо за просмотр, респект этому челу, ссылка на его канал в описании. Ждите, еще не конец, еще будет вторая часть, мы дождемся. Надеюсь, золотой Бо будет.